Итак, добрый день, команда. Как меня слышно? Поставьте плюсики в чате, если все хорошо. Честно говоря, так волнуюсь, как первый раз, когда выступала. Потому что, мне кажется, это обучение, оно сыграет огромную роль в жизни каждого из вас. Я не просто на это надеюсь, я в этом уверена. Потому что, как сказала Хафизова Альбина, которую я очень уважаю, я считаю, что это один из самых мощных лидеров Oriflame. Она сказала, если сюда не положишь, из кармана или из кошелька не достанешь. Поэтому мы поставили себе цель сделать качественное, классное обучение. И я хочу поприветствовать вас, команда. Это первый вводный вебинар нашей группы экстремального роста, команды проекта «Бизнес онлайн». И вы видите, что в комнате сейчас находится не так много людей, как хотелось бы. Но сюда пришли сейчас самые успешные, самые заряженные, наверное, на развитие, самые лучшие участники нашего проекта. Потому что все вы проявляетесь по-разному. Я хочу сказать, что многие просто потрясающе проявляются, очень яркие, и вы огромные молодцы. Итак, приступим к делу. Вебинар будет у нас не очень длинный. Этот обучающий проект только для активных участников. Он стартует сегодня, 5 июня, в 16 часов появится первое занятие. И все обучение будет проводиться в видеоформате. То есть все, кто написал заявки, получили на свою электронную почту письмо, которое содержит пароль и логин для входа на сайт. То есть вы переходите по ссылке, вводите свои данные и попадаете на обучающий сайт. Все получили письма, проверяли почту. Я сразу получила. Да, то есть вы получили письма, отлично. Что нужно будет делать? Я вам сейчас расскажу вкратце и немножечко по вопросам тогда растолкую. На каждый урок будет отводиться определенное время. То есть минимум это один день на выполнение, максимум три дня. То есть если вы не выполняете три дня, у вас пропуски, прогулы без уважительной причины, то есть вы не сообщаете куратору своему о том, что вы не сможете быть, то есть вы, может быть, уехали или ну, что-то непредвиденное случилось, я всегда как-то более в позитивный момент, там, уехали в Турцию, да, или в Таиланд отдыхать, это, конечно же, объективная причина, что у вас нету просто интернета. Поэтому три невыполненных без уважительной причины мы вас удаляем из обучающего проекта. И если вы как бы, ну, проявите себя хорошо, то мы вас возьмем в следующий поток. Посещение вводных вебинаров, оно обязательно, потому что мы будем вести учет. Кто не получил письмо, проверьте, насколько вы корректно написали электронную почту. Потому что мы лично с Ольгой вместе делали рассылку. Оля Ярош два раза заполнила заявку. Посмотри, может быть, ты что-то неправильно почту свою указала. Потому что там мгновенно письмо сразу приходит. Все есть, все у всех есть. Конечно, мы на себе сначала все попробовали. Поэтому смотрите, мы ведем учет каждого человека, кто присутствует на вводном вебинаре. Вот видите, да, я сейчас смотрю, уже 19 человек. Очень приятно видеть наших активных участников проекта. Заявку может подать любой участник проекта. И это обучение, оно будет доступно, то есть куратор будет, менеджер будет смотреть, а если человека можно взять, даже который не вышел на уровень 3%, то есть если менеджер отвечает за такого человека, что он активный, просто пока может не быть результата так быстро, как бы мы хотели, мы вас все равно возьмем в обучение. Обучение рассчитано на два каталожных периода. В программу обучения будет входить 6 вводных вебинаров. По каждому блоку. Всего 42 видеоурока. Вы научитесь, и вот тут очень важные моменты. Первое, это создавать форму регистрации. У вас будет собственный блог в интернете,
Вы научитесь проводить собеседование с новичками, быть спикером. То есть спикер – это человек, который проводит презентацию, тренинг, любое мероприятие, которое проводится в вебинарной комнате. Вы научитесь делать презентацию в PowerPoint, все нюансы, все детали, как ее сделать необычной, красивой. Записывать видеоролики без видеокамеры. У вас появится своя страничка захвата, то есть сайт-воронка, которая вам поможет в увеличении вашей команды. Вы приобретете уверенность в себе, научитесь планировать. И это только малая-малая часть из всего того, что вы будете уметь делать. Круто? Где эмоции, восторг? Вы только представьте себе, что вы все эти вещи, может быть, конечно, что-то вы уже будете знать. То есть какие-то вещи для вас не будут новыми, не будут впечатляющими, но все равно нужно будет их пройти. Просто, как говорится, повторение, мать учения, закрепить материал. Потому что наверняка вы, каждый из вас, собирали пазлы, правильно? И бывают пазлы легкие, а бывают сложные. Вот мы одни пазлы собирали 4 месяца, Клеопатру мы делали. Очень сложные, то есть все детальки мелкие и очень похожие друг на друга. И я хочу сказать, вы, может быть, что-то умеете вот так вот частями. Мы с вами будем собирать полную картину из этих пазл. Всего будет 42 пазла, и каждый нужно будет пройти. И в результате получится очень-очень шикарная картина. Посмотрите, сколько всего вы сможете сделать. После того, как вы пройдете все обучение, вам будет выдан диплом и ценный подарок от администрации. Аж язык заплетается. Это специальная программа, которая автоматизирует рекрутинг в социальных сетях. То есть программа сама будет за вас ставить пятерки и добавлять в друзья людей, и не только. То есть настолько вы продвинетесь, чтобы вы не тратили свое время на рассылки, у вас будет такой потрясающий шикарный подарок. Оль, что ты написала? Кто-то бел. Кто-то бел? Итак, сейчас немножечко объясню, что будет происходить на сайте. Когда вы заходите на сайт обучающий, вы видите первый урок и внизу домашнее задание, которое нужно вы... А, круто было? Да, вы читаете домашнее задание и внизу окошечко пустое, комментарии. Вы вписываете туда... Все, первое, что вам нужно сделать, это, конечно, представиться, рассказать о себе, как вы попали в проект и ваши ожидания. Далее вы отвечаете на домашнее задание. Ответы должны быть развернутые. Если вы будете просто писать там, о, классно, мне очень понравилось, супер ролик, пригодится в работе, такие ответы не принимаются. То есть мы их будем все прочитывать, у каждого куратора будет своя подгруппа. И если вам куратор позвонит раз-два, на третий раз вас просто удалят из обучения, то есть если вы будете лениться. Хорошо? Понятно? То есть этому нужно будет посвятить время. Какие вопросы? Пишите вопросы, что непонятно. То есть на первое задание ответили, отправили комментарии, на следующий день получаете на электронную почту, что вышел новый урок. Вы заходите опять через свой логин и пароль и начинаете действовать, изучаете урок, отвечаете на вопросы и тут же применяете все в жизни. Иванова Зоя, не понимаю вопрос. Консультанты будут? Мы все консультанты. А, консультанты по вопросам, мы их называем кураторы, конечно. Куратор, модератор, это человек, который создавал урок. Он будет отвечать на все вопросы, помогать разбираться. Сегодня начинаем уже. Стартует обучающий сайт. Сегодня первый урок. В 16:00 мы его запустим. Уроки будут все разные. Некоторые очень коротенькие.
маленькие, некоторые большие. Поэтому я не могу сказать точное время. У вас, может быть, уйдет 10 минут на какой-то урок, а на какой-то час. Допустим, если вам нужно будет задание сделать презентацию в PowerPoint, то, наверное, она займет у вас какое-то время. Сроки сдачи в задании. Я сказала, 3 дня, если вы не делаете задание, у вас 3 дня пробел без уважительной причины, то это уже конечный срок, критический. На все вопросы ответила. У нас еще в комнате присутствует мамочка новорожденного Арсения, Ольга Кукушева, лидер нашего проекта. Я хочу ей тоже дать микрофон. Да, после 16 часов, сейчас пока там просто нет задания. После 16 заходите, смотрите, пишите. Самое главное, развернуто писать. Так, Оля Кукушева куда-то у нас делась. Вот, вижу. Оле даю микрофон. Вы можете после 16 в любое время зайти, хоть на следующий день. Если человек работает, естественно, он придет вечером и возьмется за задание. Так, Оля, ты получила микрофон? Так, говори громче. Как меня слышно? Хорошо, да? Я буду кратко. На самом деле, да, действительно, по поводу того, что я сама лично заходила в интернет-обучение, очень эффективное действие. Если вы, да, действительно, в любое время вы можете приступать к занятиям. И при этом, даже дитё какает, простите, значит, при этом вы сами выбираете нагрузку, главное только не накапливать, действительно. И эти обучения, они очень эффективны, потому что вы постоянно развиваетесь. И я вам желаю обязательно закончить. Как меня лучше слышно? Отлично. Ага, ну все. Я вам желаю действительно накапливать незавершенные дела, каждый раз вовремя выполнять задания, потому что, ну вот, я тут говорю, процесс достаточно важный, потому что вы тогда сможете быть в тонусе постоянно. И пройдя сами тренинги, вы уже потом сможете быть куратором и вести своих людей к этому. Поэтому я вам рекомендую очень закончить экзаменный курс и быть примером для своих партнеров по бизнесу и быть самым передовым, самым лучшим и самым первым. И у меня такое еще предложение взять друг другу, как бы у нас есть такое понятие, мы еще обсудим с организаторами, как пары, напарника. То есть это очень хорошо работает в тренинге, потому что, ну, да, мало того, что вы один движетесь, вы еще и поддерживаете своего, да, совесть свою. И я либо вот предлагаю организации либо назначить совесть, либо выбрать. Наверное, назначить, потому что выбрать мы долго будем выбирать. И таким образом вы не только сами движетесь в проекте, но и подталкиваете своего напарника. И это очень классно работает, потому что команда это как раз тогда все. Как мне понравилось слово «дело», меряют результат команды не по первому человеку, а по последнему. Поэтому если мы вот этим же составом дойдем до результата, то тогда это будет очень здорово. Девчонки, мы назначим, наверное, напарников, потому что это будет на самом деле, ну, тогда сейчас выбирать мы очень долго будем. Вот. И я вам желаю приступить как можно быстрее к началу, подтянуть тех, кто еще на сценарии не был, и это окажется ваш напарник. И да, да. И
Желаю вам стремительного, как это, экстремального роста. Экстремального роста. Приятного вам дня и до встречи. Спасибо, Оля, огромное. Слышно меня хорошо? Спасибо огромное, Ольге. Хорошо меня слышно? Так, давайте подведем итог. Значит, сегодня в 16 часов стартует первый обучающий урок. Все, кто заполнили заявку, получили на почту уже свой номер, логин и пароль для входа на сайт обучающий, потому что он закрытый, не для всех, только для тех людей, которые заполнили заявку. Далее вы тут же приступаете к выполнению заданий. У вас будет напарник. Если вы видите, что напарник не выполнил задание, списывайтесь, поддерживайте, то есть вы друг о друге заботитесь, помогаете. Модераторы подсказывают, если что-то непонятно. По итогам каждой недели, то есть каждую среду в 15 часов у нас будет проходить такой вебинар, который подводит итоги недели. Если не получили письмо, то еще раз заполняйте заявку, проверьте электронную почту. Значит, почту неправильно указали. Сейчас проверим. Сейчас Сибир, Татьяна, проверим. Все, какие вопросы, тут же пишите. Также в скайп-чате можно тоже задавать вопросы. А вы узнаете, кто у вас напарник, мы напишем списки. То есть вы их увидите в обучающем разделе. Список, вы будете знать, кто ваш напарник и как его найти. Хорошо? Все, спасибо огромное, не тратим время. Как говорится, время – деньги, нужно начинать действовать. Быстрее начнем, быстрее достигнем результата. И я вас еще раз поздравляю, что вы вошли в группу экстремального роста. Удачи вам всем, дорогу осилит идущий туда. То есть, если вы знаете, куда идете, вы обязательно туда придете. Все, до встречи!